Прошу. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Сегодня у нас чрезвычайно интересная тема творчества одного из самых ярких художников 20 века. И при том, что в целом его поиски художественные отражают ситуацию времени первых десятилетий XX века, в частности, интерес к экспрессии, к экспрессионизму. Но творчество его настолько индивидуально, в нем, собственно, соединились глубокие знания истории искусства, начиная от итальянского искусства XIV века и итальянского маньеризма, до, собственно, конечно же, знаковых фигур постимпрессионизма и современного Модильяни авангарда. Но при всем этом для его становления, для выработки вот этого уникального, собственно, авторского стиля, по его же собственным словам, главным была своя собственная правда о жизни, красоте и искусстве. Родился Амедео Модильяни 12 июля 1884 года в итальянском городе Ливорно. И начал обучаться изобразительному искусству, а именно живописи, уже в 1898 году, где-то, ну, приблизительно в возрасте 14 лет. Затем, после перерыва, который связан был с длительной болезнью, долгим выздоровлением, и надо сказать, что вот эти проблемы со здоровьем, они скажутся и в дальнейшем, здоровье его будет чрезвычайно хрупким, что и обусловит в том числе его ранний, к сожалению, уход из жизни. Но после выздоровления он возобновил обучение искусству первоначально в Академии искусств во Флоренции в 1902 году. После 3 года учился в Реале Института ди Белле Арте в Венеции. Ну и, собственно, работы, которые относятся к этому периоду, часто имеют, ну, вот такой вопросительный знак в датировках. Мы посмотрим лишь некоторые из ранних работ для того, чтобы увидеть, собственно, какие темы, какие образы прежде всего интересовали художника. Это и портретные работы, работы, которые выполнены в вот таком тяготеющем к академизму реалистическом ключе, такие как портреты родственников, например, брата Микеле. Это итальянские пейзажи. То есть в целом направление жанровое в художественных поисках молодого художника, оно соответствовало в целом, ну, истории изобразительного искусства и тем приоритетам, которые в художественной традиции отдавались. Но чрезвычайно важным событием в судьбе Модильяни становится его приезд в начале 1906 года в Париж, который является, ну, наверное, крупнейшим в этот период художественным центром европейским, где после вот такой яркой плеяды мастеров-новаторов, импрессионистов, затем поколения постимпрессионистов в первые десятилетия XX века разворачиваются новые искания, и где живет множество художников из разных стран. Собственно, находит свое место в этой интернациональной и чрезвычайно пестрой и яркой художественной среде и Амедео Модильяни. Первоначально он посещает Академию Колороссе,
но попутно знакомиться и с текущими выставками современного искусства, которые проходят в это время в Париже. Это ну, чрезвычайно интересные и вызывавшие многочисленные скандальные отклики выставки мастеров авангарда. Это, конечно же, и ряд ретроспективных выставок, которые проходят на осенних салонах. В частности, это вот такие ретроспективы, посмертная выставка Сезанна и выставка Гогена. Знакомиться с работами Ван Гога, с работами Анри Тулуз-Лотрека. И, собственно, вот этот новый для него художественный опыт сказывается, в, опять-таки, в направлении его собственных поисков. Надо сказать, что не очень много работ сохранилось от раннего периода творчества Модильяни в Париже. Во многом это связано с тем, что какие-то работы оставались, собственно, на квартирах, где Модильяни жил, из которых он съезжал, не имея возможности заплатить за аренду помещения в дальнейшем. И, собственно говоря, вообще вот это время, оно связанное с становлением художника, с его первым опытом, оно было не только чрезвычайно ярким, насыщенным в плане впечатлений, но достаточно тяжелым временем в общежитейском плане, потому что художники этой среды – это непризнанные художники в то время. Это художники, которые только заявляют о себе и которые не получают огромных гонораров за свои работы. Ну, известно, например, что Амедео Модильяни на протяжении своей жизни в Париже мог, например, расплачиваться за кофе и за какие-то нехитрые угощения в парижских кафе своими рисунками. То есть ценности, которые обретут для собирателей, для коллекционеров, вот эти ранние произведения часто еще не имеют. Хотя у молодого Модильяни появляются свои вот такие меценаты-покровители, да, люди, арт-дилеры, которые проявляют интерес к его творчеству, которые помогают устраивать его работу на выставке. О них, собственно, мы чуть позже еще поговорим. Вот эта работа, которая открывает парижский период, она, может быть, не является какой-то знаковой, но она чрезвычайно интересна для характеристики, наверное, вообще парижской жизни, парижских интересов того времени, потому что считается, что вот эта акварель представляет нам образ девушки во время спиритического сеанса. Что касается, собственно, влияний на творчество этого периода, то ключевым здесь становятся работы Сезанна. Это и поздние сезанновские портреты. И, собственно, вот это усиление экспрессии цвета, линии, которое вообще отличает индивидуальную творческую манеру Модильяни, начинает проявляться уже в этот период. Ну, а, скажем, влияние Сезанна мы можем увидеть на примере таких работ, как «Виолончелист». В 1909 году происходит знаковая для Модильяни встреча. Он познакомился на Монпарнасе, где, собственно, большинство художников и обитают в этот период,
познакомился со скульптором румынского происхождения Бранкузи, который повлиял на интерес Модильяни к скульптуре. Но надо сказать, что считается, что первые опыты скульптурного творчества произошли на художественном пути Модильяни еще в его итальянский период. Относились они еще к 1902 году. Ну, а, собственно, знакомство с Константином Бранкузи, ну, или как в оригинале звучит его имя, Константином Бранкуши, Бранкузи, это вот такая а-ля француз, френч манера произнесения его имени, которая закрепилась в истории искусства. И, собственно, на протяжении следующих 5 лет под влиянием того впечатления, которое художественные поиски в скульптуре Бранкузи произвели на Модильяне, Амедео занимается преимущественно именно скульптурными работами. Причем создает в этот период он скульптурные вот такие головы, то есть основная часть этих работ это именно вот такие монументализированные достаточно и стилизованные в духе искусства африканского, вообще в духе традиционного искусства, искусства культур, которые, ну, в те времена еще именовали примитивными. Собственно говоря, вообще не только на Модильяне, но на все поколение художников, которые ищут свой путь в Париже этого времени, оказало влияние вот эта скульптура, которая прежде, ну, скажем так, была обойдена вниманием со стороны мастеров, работавших в академической манере. Один из французских критиков, Гиоме, например, утверждал даже, что, собственно, открытие художниками начала века 20-го вот этого искусства африканского сыграло для этого поколения художников ровно ту же роль, что открытие античности для искусства эпохи Возрождения. Ну, как бы претенциозно ни звучала такая оценка, определенная доля правды в ней есть. И молодые художники, ну, буквально местом паломничества считали этнографические коллекции, выставленные в Тракадеро. Собственно говоря, этнографам эти коллекции были прекрасно известны уже в последней четверти века 19-го, в конце 70-х годов открылся этот музей. Ну, а вот художники такого авангардного толка открыли эти коллекции для себя в начале 20 века. И интерес к скульптуре традиционной, прежде всего африканской, но надо сказать, что, собственно, Модильяне, помимо африканской скульптуры, интересовали и древние памятники, скажем, кикладского искусства, и шумерского, и египетского, и раннего греческого искусства. То есть, опять-таки, вся та традиция доклассическая, которая, ну, тоже находилась вне приоритетного внимания академических студий.
Соответственно, мы видим, как стилизация в духе африканской скульптуры, в духе африканских масок, в духе древнего искусства сказывается на манере Модильяне. Ну и в этот период он создает порядка 25 скульптурных работ, при этом это работы выполнены из разных материалов, есть деревянные, есть каменные, но, собственно, излюбленным материалом был песчаник, то есть это каменные головы. И надо сказать, что определенная стилизация, которая проявляется в изображениях этого времени, она окажет дальнейшее влияние уже на его живописную манеру. В период с 1909 по 1913 год Модильяне занимается преимущественно скульптурой. Интересна работа, которая сейчас перед вами на экране. Интересна она, собственно, своим вот таким бытованием в коллекциях. В частности, в музей Метрополитен, это женская голова. Она не очень велика, собственно, 24, извините, и 1 на 15,9 размеры ее. Принадлежала она изначально коллекционеру Фрэнку Хавиланду, который специализировался преимущественно на собирательстве именно африканского искусства. Вот еще одна работа, которая тоже показывает черты стилизации, вытянутые формы лица, вытянутые и вот так причудливо стилизованные, собственно, и схематизированные черты лица. Еще одна работа скульптурная этого времени. Возвращается в 1913-1914 годах Модильяне к живописному творчеству и, ну, скажем так, такой своеобразным переходом от увлечения скульптуры к возврату к живописному творчеству стала серия так называемых кариатид, которая состоит из рисунков порядка 60 работ, входят в эту серию, хранятся они в разных частных собраниях и музеях мира и отличают, собственно, их общие композиционные и стилистические характеристики. Ну, изображенный мотив – это женские фигуры, постоянно повторяющиеся. Ракурс, жест с поднятыми вверх руками, фигуры, которые словно действительно поддерживают вот такую тяжесть. И создавались они как эскизы к скульптурным работам. Ну, создаются эти работы в разном цветовом решении. Мы видели в таком теплом розовом цвете. Здесь напротив такой холодный голубой. Но опять-таки формы, вот тот самый ракурс, они, конечно, являются собой разработку одного и того же пластического мотива. Ну, нельзя не увидеть, собственно, в этих работах и определенное влияние Пабло Пикассо, который, опять-таки, под влиянием традиционного искусства, начиная с 1907 года, разрабатывает новое направление под названием кубизм, отличающееся геометризацией форм. Но надо сказать, что, собственно, при том, что вообще влияние Пикассо было достаточно сильным в парижской среде, влияние его на Модильяне, оно достаточно ограничено. И в целом его можно наиболее заметно увидеть именно на примере
серии кариатид. И опять-таки в серии кариатид, собственно, тоже закладываются какие-то важные направления творческой мысли, которые получат дальнейшее развитие уже в последующий период. Собственно, в это время в жизни, Модильяни появляется и первый вот такой серьезный дилер, который интересуется его произведениями, это Поль Александр. Ну, а происходит в его жизни вот это, вот этих парижских лет и другие важные события. Это череда знакомств с, собственно, ну, с знаковыми фигурами, знаковыми личностями в поэзии, в живописи, в скульптуре 20 века. Отметим еще одну чрезвычайно важную деталь в таком эстетическом, творческом и личностном облике Модильяни. Не случайно одна из монографий, посвященных его творчеству, имеет подзаголовок «Поэзия видения». Дело в том, что действительно поэзия в жизни Модильяни значила очень много. И, конечно, когда мы говорим о его работах, мы отмечаем своеобразную поэтику, собственно, его произведений. Но вот это интерес, собственно, к поэзии как к слову отличал его ну, от многих, собственно, художников-современников. Так известно, что многие произведения великих поэтов Модильяни знал наизусть, легко их цитировал, ну, например, регулярно вспоминал любимого Данте, других поэтов буквально по памяти. Интересный случай рассказывает его друг, скульптор Жак Липшиц, о том, что Модильяни мог, например, внезапно появиться на пороге его дома в 3 часа ночи, вспомнить о том, что он видел на столе у Жака Липшица томик Франсуа Вийона, и когда, собственно, Липшиц в надежде, что сейчас он найдет книгу, предложит ее Модильяни, и тот на радостях, собственно, даст ему выспаться, был обескуражен, когда, получив заветную книгу, Модильяни тут же уселся в кресло и стал громогласно декламировать строки Вийона, чем вызвал в том числе и недовольство соседей Жака Липшица. И к числу любимых его поэтов принадлежал Латрамон, песни Мальдорора. Известно, что книгу с этого поэтического томика Модильяни постоянно имел при себе. Поэтому совершенно не случайной, наверное, оказался вот такой непродолжительный, но опять-таки чрезвычайно интересный союз двух больших художников. Это русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова и, собственно, вот такой итальянско-французский художник Амедео Модильяни. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Это одна из фраз, которой Анна Ахматова характеризует Модильяни. Она вспоминает о нем, говоря, что ее воспоминания существенно отличаются часто от воспоминаний современников, и, собственно, ее это не удивляет, поскольку, по ее словам, она могла знать только какую-то одну сторону его сущности, а именно сияющую. Процитирую вот такие
чрезвычайно яркие слова о художнике, сказанные уже спустя великой русской поэтессы, спустя годы после их вот такого недолгого знакомства. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекала сны и пугала страшным бодлеровским Парижем, который притаится где-то рядом. Ахматова вспоминает также, что в 1911 году, когда происходило их общение, Модильяни жил в тупике Фольгьера, и беден был так, что в Люксембургском саду, когда они приходили гулять в это излюбленное парижанами место, им приходилось сидеть на скамейке, а не на платных стульях, как, собственно, было принято. Чрезвычайно важные также вещи вспоминает Анна Ахматова о том, что во время их знакомства Модильяни просто бредил Египтом, водил ее на выставке в Лувр и, по ее словам, уверял, что все остальное недостойно внимания. Рисовал голову Анны Андреевны в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. И, собственно, вот эти воспоминания, они отразились также в немногочисленных строках, которые посвятила Ахматова Модильяни. В частности, из черновика поэмы «Без героя» известны следующие строчки. «В синеватом Париж тумане, и, наверное, опять Модильяни незаметно бродит за мной. У него печальное свойство даже в сон мой вносить расстройство и быть многих бедствий виной. Но он мне, своей египтянке, что играет старик на шарманке, а под ней весь парижский гул, словно гул подземного моря, это тоже довольно горе, и стыда, и лихо хлебнул». Сохранился ряд рисунков Модильяни этого времени, которые связывают как раз с изображениями, позировавшей для него Анны Андреевны. Многие из них, собственно, он создавал на самом деле не непосредственно с модели, а буквально по памяти. Это немногочисленное количество рисунков, на самом деле их было больше, но вот те, которые сохранились, показывают опять-таки удивительную точность в передаче характерных черт, выразительность линий. Один из знаменитых рисунков, выполненных с фигуры Анны Андреевны, стал прообразом памятника, который уже сейчас в недавние годы был установлен в Москве во дворе дома на улице Большая Ордынка. Это дом, где Анна Андреевна, как правило, останавливалась, приезжая в Москву, так называемый дом Ардов, дом Ардовых, дом, в котором располагалась квартира писателя-драматурга Виктора Ардова. Ну и, собственно, мы видим, как вот этот рисунок, в котором, кстати, видят такое влияние фигуры ночи Микеланджело Буонаротти из капеллы Медичи, в частности, в том ракурсе и в таком диагональном положении, которое принимает фигура модели в этом рисунке. Вот этот рисунок, собственно, напоминает кариатид. Иногда его тоже ассоциируют как раз с вот этим периодом
дружбы с Ахматовой и увлеченностью египетским искусством. Ну и современные художники вот эту интересную такую знаковую романтическую историю тоже продолжают переосмысливать. Например, Ахматова и Модильяни появляются в графической работе художницы Карины Назаровой. В это время Модильяни встречается и с другими представителями творческой богемы России. Так, в частности, посвящены несколько строк этому художнику и в творчестве Ильи Эренбурга, в частности, в стихах о канунах в 1915 году он написал о Модильяне так: «Ты сидел на низенькой лестнице, Модильяне, крики твои буревестника, ловки обезьяньи, а масляный свет приспущенной лампы, а жарких волос синева. И вдруг я услышал страшного Данта, загудели, расплескались темные слова. Ты бросил книгу, ты падал и прыгал, ты прыгал по зале, и летящие свечи тебя пеленали. О, безумец без имени! Ты кричал: я могу, и какие-то четкие пинии вырастали в горящем мозгу». Собственно, вот эти слова, они тоже содержат впечатление о Модильяне как о художнике, чье творчество буквально пронизано было поэзией. В это время, перед самой войной Первой мировой, Модильяне поселился в таком прибежище многих художников, так называемом улье, в имевшем форму ротонды, причудливом строении, которое находилось почти на окраине парижского левобережья, на левом берегу Сены. И, собственно, на некоторое время потом он возвращался в улей в 1915-1916 году. И, собственно, не принадлежа территориально к Монпарнасу, улей был чрезвычайно связан с этим главным местом обитания художников. И именно здесь, собственно, складывается вот та самая удивительная художественная среда, которая получила название в истории искусства Парижской школы. Собственно, Модильяне считается представителем этой самой Парижской школы. На самом деле слово «школа», которое применяется к некоему направлению, имеющему определенные художественные черты, определенные принципы, которые присущи последователям школы, это, собственно, не имеет отношения к феномену Парижской школы, потому что, конечно, какие-то новые искания становились сразу же достоянием общественности богемной и оказывали влияние на коллег, но в целом же это явление абсолютно вот такое разнообразное, да? Это некое собрание самобытных, ярких, уникальных творческих манер и новых авангардных поисков. В этот период Модильяне знаком со многими художниками, среди которых и уже упомянутый скульптор Жак Липшиц, и испанец Хуан Грис, и, конечно же, Пабло Пикассо, и приехавший из Мексики Диего Ривера, и множество французских художников, а также художников, приехавших из России. Ну и также не могу не вспомнить, собственно, фрагмент из воспоминаний
русской по происхождению художницы Марии Воробьевой-Стебельской, которую благодаря вот такому меткому образу, придуманному Горьким, стали называть Мариевной. Она приехала в Париж в 1912 году, и вот что она пишет о тех временах. Одно наше появление на улице привлекало всеобщее внимание. Впереди уверенной походкой, с огромным чувством достоинства, шел, размахивая тростью с ацтекскими фигурками, огромный, смуглый, бородатый Диего Ривера. Дальше я в розовой широкополой шляпе, отцовской накидке, велосипедных бриджах, белых носочках и черных туфельках. Потом Модильяне. Чудесные кудри эпохи Возрождения, расстегнутая до пояса рубашка, книга в руке. Он шел, декламируя строчки из «Ада» Данте. Далее Оренбург с лошадиным лицом, похожий на Льва Волошин, Пикассо и Макс Жаков. Один в огромном пальто кубиста, другой в приталенном пальто, черном цилиндре, белых перчатках и гетрах. Собственно, вот такой неожиданной и яркой толпой художники и поэты гуляли по парижским улочкам, заходили в кафе, в знаменитую ротонду. И в этот период, собственно, Модильяне как раз создает множество важных работ, начиная с 2014 года. Вообще же, собственно, вот да, рисунок Маревны, в котором мы видим Диего Риверу, Амедео Модильяне и Илью Эренбурга. «Когда кончится война» называется этот рисунок. Отметим также, что в этот период складываются полностью и приоритеты в жанровом выборе Модильяне. Так, с этого времени, собственно, наиболее значительное место в его творчестве занимает портрет. Причем Париж, собственно, вот тот самый город, улицы, площади, здания, набережные, парки и мосты, как это ни странно, в творчестве Модильяне вот такого заметного, серьезного места не оставил. А вот люди Парижа, люди, окружавшие Модильяне, представлены в большом количестве портретов. И отметим, что непосредственное наблюдение модели было чрезвычайно важным необходимым условием для художника. Чтобы выполнять любую работу, у меня должен быть живой человек, я должен видеть его напротив себя, говорил он. Модильяне действительно любил рисовать с натуры. Работая над портретом, он мог использовать фотографии, но приоритетными были именно впечатления, полученные от непосредственной работы с модели. Современники вспоминают о Модильяне как о вот таком неистовом рисовальщике, который часто вытаскивал бумагу и карандаш прямо в кафе или на улице, и, собственно, начинал упражнения в том, что он сам именовал графической гимнастикой. Эти рисунки в дальнейшем становились, собственно, предварительными работами для его уже картин, выполненных в технике масла. Отметим также, что, собственно, выбирал он, кого изображать, выбирал он своих моделей практически сам. Изображал он только тех, кто интересовал его как личность, да, кому лежала его душа. Обычно портреты, которые, большинство портретов, созданных Модильяне в этот период, это погрудные или поколенные изображения фигур, которые либо развернуты к зрителю в легком повороте, либо, собственно, повернуты в фас.
Какие-то элементы интерьера, стены, двери, углы комнат могут, собственно, быть намечены без более подробной детализации. Ну и, собственно, еще одна деталь, которую тоже очень верно подметил один из авторов, писавших о Модильяне, в частности, Виталий Мишин. Многие из этих портретов, при всей гармоничности их линейного строя, являются собой пластические метафоры одиночества. Собственно, вот такое замкнутое пространство, некоторая аура, да, такого абсолютной погруженности в какой-то собственный мир, присущим многим работам Модильяне. Ну, собственно, в первую очередь, конечно, он изображает своих друзей и знакомых, и того самого великодушного и добродушного великана Диего Риверо, и Пабло Пикассо, в котором видят часто, ну, своего рода тоже вот такого соперника, ревностно относящегося к его успехам, Пабло Пикассо, и Хуан Грис, и приехавший из Польши Моисей Кислинг, и Макс Жакоб. Собственно, вот геометризация линий головы и лица, здесь такое лицо треугольной формы, да, это тоже на самом деле одна из работ, в которой сказывается все же влияние кубизма на Модильяне. Но в то же время, собственно, Модильяне не теряет связи с фигуративностью. И главным выразительным средством в его работах становится линия. Линия, которая выглядит вот такой гибкой, плавной, чрезвычайно выразительной. К числу художников, которые жили по соседству и общались с Модильяне, принадлежал и приехавший из Беларуси молодой художник Хаим Сутин, которого чрезвычайно высоко ценил Модильяне, буквально говорил о нем, что, собственно, это гениальный художник. И надо сказать, что в свое время Хаим Сутин говорил о том, что именно Модильяне заставил его поверить в себя. Ну и это чрезвычайно действительно яркая среда, где соединялись вместе пути и японцев Фуджиты, и художников, приехавших из Румынии, из Польши, из Латинской Америки, и, собственно, парижских художников. Всех их объединял Париж. На протяжении 2 лет постоянной спутницей Амедео Модильяне была приехавшая недавно в Париж английская поэтесса и журналистка Эмили Элис Хей, которая больше известна по ее псевдонимам, в частности, один из ее псевдонимов Беатрис Хастингс. И, собственно, этот образ тоже нашел отражение в ряде портретов Модильяне. Часто Модильяне вводит также надписи, как, например, в этом портрете и в ряде других портретов. В 1916 году намечается вот такая тенденция в сторону большей стилизации фигур, в частности, более вытянутых пропорций, более вытянутых пропорций лица, формы высокой шеи. И, собственно, вот это чертами большей стилизации отмечены работы, ну, собственно, вот этого позднего периода 1916-1919 годов.
Да, вот как раз Жак Липшиц, о котором, собственно, мы упоминали вместе с его супругой Бертой, и тоже, собственно, имя портретируемого, фамилия портретируемого здесь начертана рукой Модильяне. В этот период к числу его вот таких покровителей принадлежат такие люди, как Поль Гийом и Леопольд Зборовский. Ну, собственно, в портрете Леопольда Зборовского мы тоже видим вот эти приемы, собственно, стилизации, когда появляются такие подчеркнуто покатые плечи, очень высокая шея, но при этом удивительным образом портреты Модильяни всегда узнаваемые, они всегда похожи на свои модели. И, собственно, вот это сочетание достоверности, какой-то проницательности психологической, Модильяни отражает, конечно же, не только внешние черты человека, но и, прежде всего, его духовный внутренний мир. Это совершенно уникальное качество, такой синтез достаточно новаторской формы, да, и вот такого удивительно проницательного видения модели. Один из великолепных портретов, портрет Люнии Чайковской. Ну и, собственно, портреты, которые созданы были в период 18-19 годов, это портреты, когда моделями Модильяни становились преимущественно люди вот такие мало знакомые. Это было время, когда из-за ухудшения здоровья он вместе со своей спутницей жизни Жанны Эбютерн отправился на юг Франции, где изображает как раз вот таких людей, чьи имена часто нам неизвестны, и портреты их именуются, ну, по каким-то характерным мотивам, например, по матросским блузкам, как вот эта девушка в матросской блузке. В этот же период Модильяни пишет ряд образов детских. Причем написаны эти работы с большим реализмом, но тоже присущи им вот этим изображенным юным мальчикам и девочкам какие-то, часто какие-то недетские черты, какая-то грусть. Ну, чрезвычайно ярким образом в этой серии является так называемый маленький крестьянин, где мальчик, подросток представляет чрезвычайно заметный, да, колоритный характер такого маленького хозяина. Собственно, вся поза фигуры. А мы видим, что в изображениях детей этого периода Модильяни отступает от вот такого принципа погрудного портрета, да, и изображает ну, большую часть фигуры. Или вот такой мальчик, портрет мальчика в желтой куртке и коротких штанишках. Особую роль в творчестве Модильяни, конечно, играет знаменитая серия обнаженных, мотивы ню, которые, ну, составили, безусловно, определенную часть славы художника после его смерти. Собственно говоря, он изображал обнаженную натуру женскую в своих вот такого рода набросках. Ну а в живописной версии между
1916 и 1919 годами он пишет серию практически тоже 20 с лишним картин, изображающих обнаженных моделей как сидящими, так и в положении полулежа, либо ну, вот так вальяжно раскинувшихся на подушках дивана. Собственно, вот эти работы, они, безусловно, заставляют вспомнить определенные этапы истории искусства, в частности, конечно, мастеров итальянского возрождения. Безусловно, мы вспомним, например, Венеру Урбинскую Тициана, рассматривая обнаженную с коралловым ожерельем Амедео Модильяни. Но при том, что сохраняется вот эта связь с художественной традицией, которую Модильяни никогда не разрывает, при этом нельзя не отметить и абсолютной индивидуальности этих работ. Причем композиции часто строятся следующим образом: фигура не изображается полностью, а видим мы ее таким образом, словно вот такая незримая камера наезжает на центральную часть фигуры, оказываются за краем холста ноги, кисти рук. И глядя на вот эти работы, особенно на одну из самых знаменитых, собственно, ню, так называемую красную обнаженную, мы отмечаем, что нет в линиях фигур Модильяни ничего такого, абсолютно ничего жесткого, застывшего, здесь напрочь отсутствуют прямые линии, а линии чрезвычайно выразительные, они гибкие, собственно, они чрезвычайно разнообразны, да, и это, опять-таки, важнейшее свойство его манеры. Ну, конечно, мы обратим внимание также на такие приемы стилизации, как ну, пустые глазницы, да, либо заполненные голубым цветом, либо вот такие миндалевидная форма глаз, полностью данных как темный силуэт, темные очертания. Знаменитая большая обнаженная из Музея современного искусства в Нью-Йорке, одна из жемчужин, собственно, этой серии. Когда говорят об обнаженных Модильяни, всегда, собственно, возникает тоже тема сравнения с портретом, потому что это не просто изображение обнаженной женской фигуры. Все практически работы этого рода представляют нам изображенных чрезвычайно личностно. То есть они тоже являются такими своеобразными портретами. И это тоже одна из черт, отличавших, собственно, Модильяни, да, вот это умение видеть модель, умение показать ее. Четыре картины из серии обнаженных были отобраны на единственную при жизни художника персональную выставку его, которая состоялась в галерее Берты Вайль в декабре 1917 года, и которая вызвала скандал именно, собственно, присутствием вот этих ню в экспозиции. Ну, по легенде, которая сложилась в связи с этим событием, люди, интересовавшиеся выставкой, составили целую толпу, собственно, которая привлекла и в том числе полицейского офицера, который и потребовал, собственно, ну, вот это безобразие немедленно убрать. Соответственно, вот эта манера изображения обнаженной
обнаженной натуры, очевидно, что-то в этих картинах, да, может быть, как раз вот такой смелый, свободный взгляд, которым смотрят на зрителя изображенные красавицы. Их раскрепощенность, их свобода. Здесь, в общем-то, нет ничего абсолютно вульгарного, но, тем не менее, вот такая реакция, о ней вспоминают современники. Ну и, собственно, конечно, мы должны сказать и о главной, наверное, главном женском образе, сопровождавшем Амедео Модильяни в последние годы его жизни. В марте 1917 года он встретил молодую художницу Жанну Эбитерн, которая стала его спутницей, его излюбленной моделью, которая родила единственную дочь Амедео Модильяни, Жанну. Собственно, неоднократно множество портретов Жанны Эбитерн кисти Амедео Модильяни сохранилось. И мы видим, насколько отличаются от фотографических изображений и насколько в то же время точны эти работы в передаче общего облика женского в этих работах. К числу наиболее стилизованных, наверное, наиболее знаменитых работ, да, широко всем известных, принадлежит вот такой портрет девушки в широкополой шляпе. Собственно, это тоже один из портретов Жанны Эбитерн, где опять-таки удивительным образом сочетаются черты вот такой, ну, ярко выраженной стилизации, где невероятно длинная ладонь, где удивительно гибкий образ, удивительно гибкие линии шеи, слегка наклоненные головы. И в то же время, конечно, мы заметим в характере трактовки черт лица, ну вот те же самые приметы, которые отличали скульптуры Модильяни. Но при этом всегда сохраняется в облике человека, всегда сохраняются черты, которые позволяют нам безошибочно угадывать его модели, даже в таких характерных, стилизованных версиях. Надо сказать, что, собственно, изображений Жанны Эбитерн в образе Ню, как обнаженной, ну, я, по крайней мере, не знаю, может быть, они есть. Но есть вот такой чрезвычайно трогательный портрет, который представляет Жанну уже с такой выраженной беременностью, да, мы видим, как сорочка оформляет ее фигуру, и абсолютно вот такой теплый, трогательный образ, при этом бесконечно грустный. А история Амедео Модильяни и Жанны Эбитерн – это, собственно, трагическая история. В момент, когда Модильяни умрет в возрасте 35 лет от, собственно, тяжелой болезни, туберкулеза, дочери этой пары, Жанне, будет немногим более года, и, собственно, Жанна Эбитерн пережила Модильяни на один день, собственно, на следующий день после его смерти она покончила с собой. То есть это такая чрезвычайно яркая, трагическая история. К сожалению, так бывает достаточно часто, но вот история Модильяни одна из самых трагических в этом плане, когда
работы, которые при жизни не приносили художнику абсолютно никакого дохода, приходилось бедствовать. Причем интересно, что современники вспоминают, что при вот такой всеобщей бедности Модельяне как-то стремился еще и помочь другим. Ну, в частности, Марис Вламинг вспоминает такую историю, когда в присутствии художника, который нуждался еще более сильно, нежели сам Модельяне, художник намеренно уронил денежную купюру и обратил внимание всех на то, что вот где-то поблизости лежит купюра, словно лежавшая там и до этого, словно оброненная кем-то из посетителей кафе. Задолго до того, как там появилась эта компания, собственно, для того, чтобы тот самый его друг мог, когда Модельяне выйдет из помещения, просто взять эти деньги. И это тоже на самом деле характеризует, собственно, его как личность. Но всю эту историю, собственно, я рассказываю для того, чтобы редкий случай, когда, собственно, хочется сказать о цене, да, о ценности произведения Модельяне. Буквально через короткий срок после его трагической гибели его картины начали цениться баснословно высоко. И, собственно, до сегодняшнего дня опять-таки картины, которые продаются, значительная часть наиболее важных произведений Модельяне хранится в частных коллекциях, периодически попадают на аукционы и, собственно, часто ставят там рекордные или практически рекордные цены. Вот такой вот парадокс, да, художник, который практически умер в бедности, в нищете, который, наверное, прожил бы долгую и насыщенную творчеством жизнь. Ну вот, трагизм судьбы Модельяне, собственно, заключается и в этом. Есть устойчивое мнение о том, что многие современники понимали значимость Модельяне, в том числе и некоторые люди, которые становились обладателями его работ, но, собственно, вот богатства и даже какого-то достатка, собственно, должного, ему это, к сожалению, не принесло. Но не хочется заканчивать эту историю, собственно, на вот такой совсем трагической ноте, да. Конечно, мы скажем о том, что друзья к Модельяне относились с огромной благодарностью, и многие из них действительно оставили чрезвычайно теплый след в его жизни. Один из его друзей снял посмертную маску, и, собственно, эта маска была переведена в бронзу. Это работа Моисея Кислинга, в 1920 году созданная. Скажем также о том, что Модельяне создал, ну, в общем, наверное, тоже один из немногих, да, с учетом некоторых ранних работ, не приходится говорить о том, что это единственный его автопортрет, но, тем не менее, тоже принадлежавший к вот этому, к вот этому позднему времени. И, собственно, чтобы все-таки закончить нашу беседу не на трагической ноте, да, потому что всегда, когда мы говорим о художниках гениальных, даже художниках трагической судьбы, всегда хочется как-то помнить о них в первую очередь светло. Обратим внимание на то, что в поздний период творчества он создает также ряд чрезвычайно интересных пейзажей. Это виды Италии и Южной Франции. И тоже в них проявляется, ну, вот такое неуловимое своеобразие манеры.
удивительным образом, глядя на эти работы, мы понимаем, какая местность изображена, да, мы понимаем, что это виды Тосканы. Опять-таки плавные линии, сочетание линий домов, неба, немногочисленных деревьев, как вот это, вот этот пейзаж с домами и кипарисами, или вот этот вид Южной Франции, который тоже чрезвычайно характерный. То есть мы видим, что наблюдательность Модельяне, его умение лаконичными средствами передать что-то важное, да, что-то узнаваемое и в этом отношении вечное, оно присуще манере этого удивительного художника и в таком жанре, как пейзаж. Ну, собственно, время нашего вебинара подходит к концу. Я вижу, что спрашиваете по поводу презентации. У меня, собственно, стоит галочка «Разрешить участникам загрузку своих ресурсов», поэтому не могу понять. Да, ага, вижу, да, что она видна. Презентация, конечно, доступна для скачивания. Спасибо большое за внимание. Вопросы? Есть ли какие-то еще? Ну, если вопросов больше нет, то на этом благодарю вас за внимание и хочу пригласить на следующие наши беседы о художниках 20 века. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Огромное спасибо Марине за замечательный вебинар. У меня есть еще одно небольшое объявление. Мы в этом году, как и в прошлом, проводим конкурс тем вебинаров. Каждый из вас, если захочет, может стать автором вебинара, приняв участие в конкурсе. Сначала мы до майских праздников и чуть-чуть попозже собираем темы вебинаров вот в эту табличку. Сейчас я дам ссылку на нее. Одну минутку. Ссылка на табличку будет вот такая. Эта табличка, ее можно править. Вы можете добавить свою тему в одну из ее строк. В середине мая мы проведем среди наших слушателей голосование, и несколько тем из этой таблички станут победителями, и их авторов мы пригласим в июне для того, чтобы провести свои собственные вебинары. Если у вас есть идеи и есть желание стать автором, спикером вебинаров в Директ Академии, прошу вас в эту табличку, предлагайте свои идеи, и мы их посмотрим и предложим нашим слушателям для голосования. Ну что ж, всего доброго, до новой встречи в Директ Академии. Уже завтра у нас два вебинара, приходите, будет интересно, как всегда. Директ Академия – это вебинары каждый день, бесплатные вебинары, на которых каждый может участвовать и узнавать что-то новое. До свидания, до новых встреч в Директ Академии.